Привет, бой и скауты, с вами Кьюбайт. Неожиданно, внезапно вышел трейлер, тизер-трейлер сериала «Это все Агата», который выйдет уже в сентябре. Это продолжение «Ванда Вижн». Это сериал, который не ждет никто. Но, тем не менее, давайте посмотрим трейлер и решим, смотреть или нет. Another beautiful day. Surprised to see you out here, detective. Westview, кстати. Jane Doe. Found her down here by the water. Выглядит, конечно, это как вообще другой сериал с Кэтрин Хан. Вообще не похоже на Марвел. Марвел не похож на Марвел. I have a lead in the case. But can't shake this feeling I'm seeing it wrong. Is this really how you see yourself? Aubrey Plaza is gone, leaving you trapped in her distorted spell. Claw your way out. Прикольно. Ой, это, кстати, было на съемках, да. Классно сделано. I miss the glory days. Ну, все не ждут этот сериал, а он, видимо, будет хорошим. But I can beat that witch again. Такой фокус-фокус. Well, the gang's all here. Let's hit the road. Не, ну если должна и затащить, то Кэтрин Хан. I'm gonna walk the witch's road. The road is a death wish. Join me. Ну, трейлер, кстати, очень богатый. Ну, в плане, очень сочный выглядит кадр, все. Будто это фильм. What witch in her right mind would join Agatha Harkness's coven? Not looking for right-minded witches, as it happens. Ой, это еще и кавер был. Sweetheart, you okay? Ну, две серии будет 18 сентября, но Викон очень странно выглядит. Он как будто не вписывается весь этот, не знаю, весь в этот сериал, в антураж, потому что он выделяется больше всех, вот особенно где-то здесь это было видно. Да, вот здесь. Он как будто выделяется, не знаю. Я не видел сериала и не могу пока судить актера, но вот он больше всех бросался в глаза, то есть он такой как будто не к месту. А в остальном выглядит потрясающе на самом деле. Мне очень нравится Ванда Вижн. Ванда Вижн вообще один из моих любимых сериалов у Марвел. И в целом проектов, наверное, всего. Вот. И, ну, Кэтрин Хан там блистала на уровне с Элизабет Олсен и... забыл, Пол Беттани. Вот, который Вижн. И очень хочется посмотреть теперь. Потому что мало кто ждет этого, но как будто это будет вот тот бриллиант, до которого многие просто не докопают, тот алмаз. Выглядит круто. Тут разбирать особо нечего. То есть начинается все с Westview. С иллюзией, но выглядит, кстати, очень, ну так, антуражненько. Действительно, как будто детектив какой-то, Шерлок, например, с BBC. И потом это оказывается все иллюзией. Мы видим, что, ну, вот это зачарование Ванды из конца Ванда Вижн, оно все еще действует. И Агата будет по ходу сериала пытаться через дорогу ведьм, которая была и в комиксах, вернуть себе силы и снова стать ведьмой. Вот эти кадры вообще как будто какой-нибудь астрал. Вот, очень и жутко, и... так мистически выглядит. Я бы не сказал, что это страшно, это именно вот так, жутковато. Вот, есть кадры, где какие-то руки, не знаю, обволакивают, обертывают. Ну, Обри Плаза еще шикарная актриса. В Легионе она вообще потрясающая была. Ну и в целом она хороша. И вот где-то этот кадр был. Короче, где-то был кадр с руками, поверьте мне. Вот, я жду. На самом деле интересно. Будем смотреть, как и Ванда Вижн, и другие сериалы Марвел. По трейлеру в целом я уже сказал, я не то чтобы сильно ждал Агату, я не понимал, зачем делать этот спин-офф, но если я и ждал, то есть я в целом, по-моему, это где-то в новостях говорил или там в мнениях, что если я и буду смотреть этот сериал только вот ради актерского состава, потому что он потрясающий и, в общем-то, все так и оказалось, но на самом деле постановка выглядит очень круто и кадры в трейлере привлекают больше, чем во многих других там тизерах от Marvel. Поэтому очень надеюсь, потому что, как ее, по-моему, Жак... забыл, как точно зовут постановщицу, которая снимала
Ну, там еще и Мэтт Шакман был шоураннером, но он сейчас «Фантастическую четверку» будет снимать. Короче, она занималась «Ванда Вижн», и она же вернулась к Агате. Так что должно быть на уровне. А «Ванда Вижн» была замечательная, ну, кроме финала. В общем-то, на этом все. Пишите, что вы думаете по поводу трейлера. Понравился, не понравился. Поддерживайте лайком или дизлайком, если вам не понравился ни ролик, ни трейлер. И подписывайтесь на канал, чтобы новые видосы не пропускать. Пока.